can try if you let me. With our lives, I am bleeding. Who am I without stories that aren't mine? What I did to achieve you gave me air, thought I had to. I'm untrue, it's not pretty, the truth hurts. And you stayed on the ground while I was high. Yes, you. Expect you to leave. I deserve to be unhurt, but I want you to see that you are the reason why I try. I don't know what you're thinking, but I know. Доброе всем утро. Я забыла очки, поэтому я могу точно так же идти с закрытыми глазами, и разницы большой нет. Нет, у меня как бы я все вижу, но все там столько нечеткое, что я не хочу на это смотреть. Ой-ой-ой, Стокгольм совсем другой в очках. Ну, в смысле, когда я в очках. Но главное, что вам все четко видно. Потому что, ребят, сегодня очень важное видео. Сегодня 25 февраля. Сегодня день Сэмлы, жирный вторник. Он каждый год выпадает на разную дату, обычно февральские даты. Это за 5 недель до Пасхи, то есть перед Великим постом, аналог Масленицы. Я про Сэмлу уже делала видео 2 года назад, где я ходила с подругой, тестила по Сёдермальму Сэмлы. Обязательно сделаю еще, может быть, в следующем году, где мы ходим по северной части, потому что все же самые лучшие Сэмлы, они на севере сейчас. А сегодня я пойду вот сюда, видите, Скеппсбру Багери. Я договорилась там с пекарем Оконом. Кстати, там звездный пекарь, он выигрывал несколько конкурсов. У него призы за его тесто для круассанов, их булочка с корицей самая лучшая в городе. Но сэмлы у них тоже хорошие, вообще прекрасные. Поэтому мы сейчас пойдем прямо на кухню и поснимаем. Я вас не вижу. Откиньтесь просто на спинку, чего вы там сидите, где вы там. И просто насладитесь булками, не потребляя ни одной калории. Но это редко вообще, когда такое возможно, поэтому вот я вам даю такую возможность. На самом деле я прямо у воды стою, еще шажочек, и я искупаюсь. Смотрите, ребята уже булочки теста сделали. Это они, значит, подходят. И скоро мы их будем запекать и вместе делать сэмлы. Ну, то есть они будут делать, я буду снимать. Смотрите, мы пришли, и у них пока булочки с корицей готовятся, подходят. Вот видите, человек сам делает свою миндальную массу. Он будет сейчас обжаривать миндаль. И пока мы ждем, чтобы сэмлы подошли, давайте посмотрим, что у них тут с ингредиентами. Миндальная масса, которую они сами, кстати, делают. Посмотрите, какая она. Ну, посмотрите. С кусочками. Сливки. Наверняка будет больше сливок. Колотый миндаль, который мы будем посыпать. И пока, кстати, мы ждем, тут вот еще мальчики делают булочки с корицей. Это сахар, масло и корица. Причем корицу они используют не кассию, а настоящую, первосортную корицу. Смотрите, у нас большие и маленькие будут сэмлы. Я очень стараюсь им тут не мешать. Они тут бегают. И главное, мальчики все в татуировках. Я не понимаю, что это за фишка такая в Швеции, что все пекари — это мальчики в татуировке. О боже! Это тесто для канель-буляр. Смотрите, раскатали тесто для булочек с корицей. И мальчики сейчас будут нам показывать, как они завязывают свои прекрасные булки. Вы просто не представляете, какие у них вкусные булки с корицей. Ни один человек, которому я их показывала, не говорил, что они какие-то там, ну, странные, сухие. Поверьте, это просто божественные булки. Смотрите, здесь будут, кстати, не булочки с корицей, а булочки с кардамоном, которые мои любимые. Сейчас они размазывают сахар с маслом и немножечко кукурузного крахмала, чтобы все это держалось, иначе это все вытекает. Вот, а тот пацанчик будет сейчас корицу делать, булки с корицей. А, красотища! Так, теперь заматываем вот так вот. Если бы вы знали, какой сейчас запах кардамона стоит во всем этом месте. Я сейчас умру. Давайте подсмотрим, как тот пацанчик делает корицу. Какашечки у нас такие. Интересно, что она там делает? Что-то с тестом. Вы знаете, что это место даже сами делают свою муку. Они мелют свою муку. Корицу они используют настоящую, не кассию. В общем, давайте я помолчу и просто посмотрим, как мальчики пекут, потому что ничего красивее на свете нет. Не правда ли? Ой, смотрите, кто у нас приехал. Наши сэмлы масенькие. Вот это знакомец, кстати, Хокан. Я ему потом пару вопросов задам. Но пока он занят сэмлами. Ой, они тепленькие прямо. Прям хочется потрогать, но боюсь, они их потом не продадут. Смотрите, как они классно режут. И заодно он перепроверяет, правильно ли он. Глаз ли у него алмаз. Наши булочки вылезли, ждем, пока они остынут. И Хокан сказал, что они постоянно делают свежие. То есть они не делают утром или там 2-3 раза за день. Они смотрят примерно, что там 10 булочек осталось у них, да, на прилавке. И они делают, пекут новые. То есть ты постоянно приходишь, у тебя свежие булки. Но я вам скажу, их... Я микрофон потрогала. Но я вам скажу, что их булки, даже если ты купил их булку и забыл о ней, такое со мной бывает вообще. Не хотите, чтобы вам с вами такое не происходило, не рожайте детей. Ты покупаешь их булку, и ты забываешь ее в сумке, ну, завернутую, и находишь на следующий день. Да, она уже, знаете, не такая мягкая, она больше уже плотненькая, но она свежая, она вкусная. Ну, давайте посмотрим, как они завязывают булочки с кардамоном. Пополам эту штуку и вот так. Так, кто запомнит? Так, пополам, потом закрутить. Ну, так и сложно вроде выглядит. Приплющить, приплющить. Что за фишка с татуировками у них, а? Смотрите, святая святых, морозилка. Вот у них заготовки на завтра. Не знаю, вы меня слышите, но это заготовки на завтра. Вау. Почему у них столько заготовок на завтра? Потому что завтра, а у вас уже сегодня, я это видео снимала 24-го, а выходит оно 25-го, это же день сэмл. И они ожидают продать около 3000, но в этом году не уверены, потому что в этом году жирный вторник выпал на весенние каникулы, на зимние каникулы такие. У нас есть те каникулы, которые называются спортлов, это спортивные каникулы. У них очень смешная история, но они с 40-х годов начались. Я рассказываю о них в блоге, сейчас не буду углубляться, но каждую последнюю неделю февраля весь Стокгольм едет в горы на лыжи. И не только, конечно, но стокгольмцев не так и много на этой неделе в городе. Конечно же, это там не лето, когда вообще стокгольмцев нету, но это очень хорошо для пекарен в горах, потому что весь Стокгольм, да не только, вся Швеция туда уехала, правда. Эти каникулы, они разнятся у Южной Швеции, они, по-моему, последняя неделя февраля, а у Северной Швеции у них снег дольше. Это первая неделя марта, ну, примерно, я сейчас говорю. То есть, ну, пол Швеции к ним сейчас поехала, и жирная неделя, и жирный вторник выпадает на эти каникулы, поэтому для пекарен во всяких там горах и на курортах лыжных это очень круто. А для городских это так себе, потому что понимающие люди не здесь. О май гад, сейчас пойдут сэмлы. Так, сначала мы взялись за масенькие, срезаем у них крышечки. Некоторые это делают ножницами, когда такие треугольные крышечки видели. Этот делает вот так вот. Смотрите, мне дали потрогать. Они мягкие-примягкие. Посмотрите, какие они воздушные. И да, ребята, они работают без перчаток. Наверняка будут комменты внизу, как пекари без перчаток. Так, намазываем миндальную массу. Я люблю, когда еще вынимают немножечко мякушки. Тогда больше массы входит. Так, обмакиваем теперь все это в поджаренный миндаль. Это прям тренд сейчас в Стокгольме такой. Сегодня, если ты видишь, что миндальная паста, она совершенно не фактурная, то есть очень такая, знаете, однородная, как сопли, то не покупайте. Она должна быть такая неравномерная. Ну и плюс миндаль сверху, это, конечно, плюс, но это совсем не обязательно. Вообще считается, что без перчаток это более гигиенично, потому что ты просто моешь руки очень часто, а в перчатках ты часто забываешь это делать. Ну, статистически, когда ты в перчатках работаешь, гигиена на кухне хуже. Понимаете? Конечно, если у тебя там ранка какая-то, это безусловно, да. А если все у тебя нормально с руками, лучше всего это короткие ногти и чистые руки, и точка. Ну, плюс пекари обычно говорят, что им нужно чувствовать тесто. Так, наполняем наш этот шприцер, как он называется по-русски-то, сливочками. Заметьте, не сладкими, они очень легко взбиты, они не, знаете, да, масло. Боже, какая красота. Это рулит. Так, закрываем крышечками и немножечко пудры сахарной. Кстати, по этой сахарной пудре можно определять, свежая булка или нет. Потому что если она постоит часок, эта пудра, она пропитается жиром из самой булки, и она будет не видна. Она будет странная, поэтому если сахарная пудра прям вот так вот лежит, значит булка свежайшая. Рулит. Так. Смотрите, какая здесь красота сейчас. Вот булочки с корицей и кардамоном, о которых я говорила. А мы сейчас с Хоканом будем фигать. Кстати, вот его книга про хлеб. Это он на фотографии, только без шапочки. На завтрак у них еще есть... Кстати, это первый раз вижу, потому что я так рано здесь никогда не бываю. У них есть йогурт, каша, ну, газеты, да, это во всех кафе. И, то есть можно... Ты платишь за завтрак и берешь яйца. Очень круто, очень удобно. Кстати, смотрите, по 2 тюльпана на каждом столе, потому что шведы не парятся, у них нет таких понятий, что ай-яй-яй, это что-то там с трауром связанное, вообще ноль. Ой, ну-ка, что это у нас здесь? О, боженьки, это же семлушка? Давайте спросим у молодого человека сначала про фику. Что такое фика для него вообще? Ну вот есть жизнь без фики или нет? Фика is very important. In Sweden we have 11 fika and 3 o'clock fika. That's very important. You drink coffee and you eat something sweet. Both 11 and 3 o'clock. Would you survive without fika? Like if you'd move to a place where there's no fika, would you fika and still? Yeah, of course. I fika every day. I eat about 2 to 3 buns every day. And you're like fit. You see? Yeah, but I work hard. Давайте отпустим Хокана, ему надо идти работать. Но это такой кайф знать, что есть такие места в Стокгольме, которые думают, их много сейчас в Стокгольме, которые думают о качестве своих ингредиентов, и это не пустые слова, знаете, greenwashing, типа у нас там самый лучший сорт, мы там завозим оттуда-то. Они сами делают свою муку, они сами молят своим мелем. Свою муку. В следующем году они будут сами выращивать свою пшеницу и рожь. Кстати, он сказал, что рожь, которую выращивают в Швеции, это какой-то русский сорт, который давным-давно завезли в Швецию, который терпит и влагу, и холод. А у этих ребят еще есть машина, я сейчас подсниму ее, она, вон, я вижу, одна из них на улице стоит, которая они каждое утро, сейчас у них 2 машины, к лету будет 3, а цель 10 иметь. Они каждое утро их загружают булками и подвозят им еще булки в течение дня, и они разъезжаются по всем концам Стокгольма. И в Инстаграме они пишут, где это, в это утро их булки находятся, то есть ты знаешь, ага, на этой площади я подойду, куплю. Завтра они планируют продать 3000 сэмл, что немного для пекарни, потому что, ну, я уже сказала, во-первых, потому что каникулы, во-вторых, просто это небольшое место, как бы, и большие пекарни продают по 25 000, допустим. Я очень надеюсь, что эта пекарня не пропадет, не закроется, не обанкротится, хотя Хокан сказал, что у них вот так вот наверх идут продажи, несмотря на то, что, конечно же, летом больше народа, чем зимой. Но они все больше и больше людей узнают, и, господи, если мое видео как-то поможет еще им, потому что есть места, которые я вижу, люди делают с душой. Я такая, у вас корова тоже во дворе стоит, вы ее доили, да? А он говорит, нет, до этого мы еще не дошли, но почему бы нет? У них все экологичное, кстати, если это вам важно, а в Стокгольме это важно, особенно если ты недалеко от Сёдермальма, как они. Потому что сёдермальмцам это прям тема очень важна. Они у вас все экологично. Сёдермальм, он такой, знаете, вегано-хипстерский остров, конечно же, это обобщение, но им важна экологичность. У него две пекарни, кстати. У него еще есть Ноккибибагери в пригороде, в северо-западном. И там, в Броме, народ не спрашивает, экологично или нет. Они просто знают, что это маленькая пекарня в спальном районе, которой ты доверяешь уже много лет. И просто ходишь в нее постоянно. Вот. А здесь сюда хипстеры доходят, и он говорит, очень важно, чтобы все было экологично. А насчет цен, я знаю, будете спрашивать. Большая семла и круассан. Семла, видите, семла в круассане. Они стоят по 46 крон. Это 4,5 евро. Маленькие по 35, то есть 3,5. А булки с кардамоном и корицей, те, которые ребята делали, они по 32 кроны. Кстати, это здание, это старые таможенные павильоны, которые под культурной охраной, то есть их нельзя, ну, как бы, с одной стороны, вроде старый город, и такое странное здание у воды, не совсем красивое. Но это старое историческое здание, и его трогать нельзя. В половине только этого здания находится эта пекарня. А вторую половину, я очень надеюсь, что они тоже снимут. Если у них будет достаточно много продаж, то они хотят распространиться на вторую часть, и, о боже, это будет просто богически. В общем, я ратую за ребят. Знаете, как на английском I cannot recommend it enough. То есть это все, что я не говорю, а вот они еще круче. И чтобы вы понимали, эта реклама не проплачена ни разу. Хотя булку сегодня я съела бесплатно. Так, ну что, я буду прощаться. Так, ну напоследок только скажу, что... Господи, я надеюсь, нормально получилось в пекарне. Я же даже не знаю, что еще получилось. Надо сейчас сесть где-нибудь и перекачать. У меня с собой компьютер сегодня. Я перекачаю сразу все файлы, смонтирую уже сегодня, потому что мне завтра, ну, у вас вторник, да, уже надо выложить это дело. Смонтировать надо что-то вроде блупера на Инстаграм. И не забывайте, что у меня есть Patreon. Можно поддерживать мой канал на Патреоне, становиться моим патроном. Ссылка внизу. Пойду только пообедаю с Юлей сначала, моей соведущей подкаста. Вы же знаете, что у меня подкаст? Самый крутой подкаст вообще во всей вселенной, ну, по крайней мере, в нашем сегменте. Мы с Юлей, у нас по двое детей, у нее третий на подходе. Мы сидим на кухне, разговариваем про жизнь, но не только про детей и материнство, да про все на свете, да про... Просто делимся тем, что с нами произошло. Это Огнищенский подкаст, я его обожаю. Это просто такой важный проект для меня. Я надеюсь, что многие из вас нас слушают, поэтому кто нас слушает, пожалуйста, внизу в комментариях напишите, что вы чувствуете, когда слушаете наш подкаст, и почему всем надо его слушать, чтобы те, кто не слушают, пришли позавидовали бы. Ну, в общем, вы поняли. Все, подписывайтесь на Инстаграм. Приезжайте в Стокгольм, приходите на экскурсию. Всех обнимаю.